Ежедневно многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг в Одинцово обращается за оформлением различных документов более 1000 человек. Сейчас, в последние дни уходящего года, люди стараются успеть завершить начатые дела. Подать заявки на регистрацию права дачных домов по упрощенной схеме, оформить выплаты и компенсации, зарегистрироваться на портале госуслуги и многое другое. На прошлой неделе приехал, записался предварительно, а сегодня буквально минут 15, наверное, назначенное время прибыл, правда, чуть пораньше. Минут 15 ожидал. Но я раньше времени прибыл. Идея вообще замечательная, потому что раньше приходилось бегать и кучу справок в разных местах собирать, а сейчас можно сделать все в одном месте. Посетители приходят за получением готовых документов, оформленных ранее. В связи с этим нагрузка на центр существенно возросла. Сотрудники МФЦ стараются помочь каждому заявителю, чтобы процесс оформления государственных и муниципальных услуг был максимально комфортным и быстрым. Они просят заявителей учитывать оптимальное время для посещения. Это утренние часы, а также воскресные дни. Я советую планировать время посещения нашего МФЦ. Наименьшие часы загрузки – это с утра, где-то с 8 утра, как мы открываемся, и до 11 часов. И вечером, наверное, часов с 7 до 8, нагрузка небольшая. Но тут я хотел бы попросить заявителей, наших клиентов, чтобы они планировали еще приходить где-нибудь в половине 8. Потому что и пожалели бы наших операторов, которые работают до последнего клиента, и чтобы хотя бы оставалось время на их обслуживание, а операторы не сидели до 9, до 10 вечера. В Одинцовском районе, кроме этого, работает еще два полноценных центра «Мои документы», где заявители могут получить полный спектр услуг. В городе Кубинка по адресу улица Нарфоминская, шоссе, дом 23А, и в поселке Старый Городок по улице Школьная, дом 1. Эти центры работают так же, как и в Одинцово, без выходных с 8 утра и до 8 часов вечера. Среднее время ожидания в нашем многофункциональном центре составляет 20 минут. Но это не значит, что человек придет и будет ждать 20 минут. Если он придет в часы пиковой загрузки, то он может ждать и час, и более. Поэтому я еще рекомендую заявителям приходить в другие филиалы нашего многофункционального центра, расположенные по всей территории Одинцовского района. Я прекрасно понимаю, что нашим МФЦ это было сделано специально, расположено очень удобно для всего Одинцовского района. Но у нас есть два больших филиала в Кубинке и в Никольском, плюс 13 удаленных рабочих мест, в которые можно обращаться. Стоит напомнить и о дополнительных офисах, расположенных по всему Одинцовскому району. Это 13 пунктов, где жители района ждут с понедельника по пятницу. Подробнее с их адресами и графиком работы можно ознакомиться на сайте www.odinmfc.ru или по телефону горячей линии 8 495 640 62 20. Кроме того, в целях экономии собственного времени можно оформить ряд услуг, не выходя из дома, воспользовавшись порталом государственных и муниципальных услуг. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».